Для того, чтобы поставить ваш автомобиль на учет, вы должны знать, где находятся два ВИН-номера вашего автомобиля. Первый ВИН-номер наклеенный на кузове. Он располагается под лобовым стеклом с левой нижней части. Второй ВИН-номер, выбитый на кузове, он располагается вот здесь, под капотом. Гарантия на Land Rover Discovery составляет 3 года или 100 тысяч километров пробега, то есть что наступит раньше. Межсервисный интервал 13 тысяч километров или раз в год, то есть тоже что наступит раньше. Нулевое ТО, обкатку проходить не нужно. Гарантия на сквозную коррозию составляет 6 лет. На протяжении 3 лет у вас будет действовать поддержка от Land Rover. Что бы ни случилось с вашим автомобилем, вы можете позвонить на горячую линию и вам ответит специалист. Если он не сможет решить, так скажем, вопрос по телефону, то к вам на место приедет специалист и постарается решить проблему на месте. Но если проблему решить также нельзя на месте, он вас загрузит на эвакуатор и довезет до ближайшего дилерского центра. Эвакуатор совершенно будет вам бесплатно, но, правда, если расстояние от места поломки до ближайшего дилерского центра не превышает 200 километров. Чтобы закрыть двери, если у вас сел аккумулятор, вам необходимо достать механический элемент ключа. И, вставив крышку, повернуть против часовой стрелки. Крышечка упадет, и вам нужно вставить будет механический элемент ключа в отверстие. Просто проталкиваете его вперед, и замок закрывается. И открыть дверь снаружи будет нельзя. Ее можно будет открыть только если у вас зарядится вновь аккумулятор с помощью ключа или изнутри салона. Если вы перевозите ребенка на переднем пассажирском кресле спиной по ходу движения, вам необходимо отключить переднюю подушку безопасности. Для этого вам нужно зайти в бортовой компьютер, который располагается на приборной панели. Итак, вы заходите, нажимаете раздел «Меню», пролистываете до пункта «Настройки автомобиля», выбираете пункт «Подушка безопасности», выбираете пункт «Изменить настройку» и там выбираете пункт «Выключение подушки безопасности». Теперь индикатор верхней части показывает вам, что подушка безопасности отключена, и вы можете перевозить ребенка спиной по ходу движения. Но помните, если вы больше не перевозите ребенка спиной по ходу движения, переведите подушку вновь во включенное положение. Если вы перевозите ребенка на втором ряду сидений, мы рекомендуем вам включить детский замок. Он не позволит ребенку открыть дверь изнутри. Ее открыть можно только снаружи. Так вот, для этого вам необходимо нажать на кнопки, которая располагается на водительской двери. Все, теперь детский замок включен, и ребенок не сможет открыть дверь изнутри. Для того, чтобы заправить ваш автомобиль, вам необходимо, чтобы он был открыт. Дальше вы подходите к лючку топливного бака, нажимаете на крайнюю его сторону, открываете. Далее откручиваете крышку и устанавливаете ее в специально отведенное место. Бензиновый двигатель нужно заправлять топливом, начиная с 95-го октанового числа, дизельное – дизельным топливом. Объем топливного бака составляет 65 литров. Для того, чтобы установить высоту поднятия крышки багажника, вам необходимо открыть крышку багажника, остановить ее на той высоте, выше которой вы не хотите, чтобы она поднималась. Далее нажать на кнопку и удерживать ее до характерного сигнала. Теперь крышка багажника не будет открываться выше установленной вами высоты. Но если вам вдруг вновь нужно вернуть крышку багажника, так скажем, максимально исходное положение, то вам нужно просто физически надавить на нее, и она поднимется. И также, нажав на кнопку, удерживать для того, чтобы зафиксировать высоту. Габариты багажного отделения Discovery Sport. Ширина дверного проема 109 сантиметров. Высота от пола до потолка 80 сантиметров.
по диагонали 115 см. Глубина багажного отделения 94 см. Ширина багажного отделения перед колесными арками 133 см. Ширина багажного отделения в зоне колесных арок 110 см. Расстояние от крышки багажника до сложной спинки второго ряда 160 см. Расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 190 см. По диагонали 210 см. Объем багажного отделения при сложных сиденьях второго ряда 897 литров. Объем багажного отделения, когда разложены 4 сиденья, 1256 литров. Объем багажного отделения, когда сложено центральное сиденье, 1076 литров. Объем багажного отделения, когда сложены 2 сиденья, 1435 литров. Объем багажного отделения, когда сиденья второго ряда сложены, 1794 литра. Весь комплект инструментов, который идет с Discovery Sport, закрывает запасное колесо. Для того, чтобы его открутить, вам необходимо крутить против часовой стрелки. Сначала вы откручиваете гайку, потом поднимаете ее вверх и начинаете крутить шпиль также против часовой стрелки. В комплекте, начиная с базовой комплектации, у нас идет с вами полноразмерное запасное колесо. Вместе с запасным колесом в дальней части багажника у нас идет транспортировочный крюк. Как его установить, смотрите в следующей инструкции. Под запасным колесом у нас идет домкрат и баллонный ключ. Для того, чтобы достать домкрат, вам необходимо крутить уголок против часовой стрелки. После вы достаете домкрат. Аккуратненько поднимаете вот эту часть и отсоединяете баллонный ключ. Как установить вам домкрат, смотрите тоже в следующей инструкции. Для того, чтобы установить буксировочный крюк, в передней и в задней части автомобиля есть специально отведенное место. Итак, оно закрыто вот этой крышкой. Для того, чтобы ее открыть, нам не нужны никакие дополнительные приспособления. Мы просто нажимаем на крайнюю часть этой крышки, и она открывается. Далее мы с вами берем крюк, вставляем его и вкручиваем против часовой стрелки. Вкручивать нужно до упора и только после этого подсоединять буксировочный трос. Для того, чтобы поднять ваш автомобиль с помощью домкрата, в передней и в задней части автомобиля есть специально отведенное место. Знайте их, потому что если даже вы заезжаете на какие-нибудь сервисы, они могут установить не туда и погнуть вам порог. Так вот, они располагаются вот здесь. И, следовательно, спереди точно такое же отделенное место. Для того, чтобы поднять автомобиль, нужно соблюсти следующий ряд действий. В автомобиле не должно быть людей. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Автомобиль не должен быть заведен. Мы берем с вами домкрат, раскручиваем его до оптимальной высоты, после подставляем под автомобиль, и когда происходит процесс состыковки вашего автомобиля с вашим же домкратом, вы продолжаете крутить, но в данном случае уже, вот видите, немножечко изгибаем вот эту вот крутящую часть. Хотел обратить внимание на то, что после вы будете откручивать колесо и не обычным баллонным ключом, а баллонным ключом телескопическим. Раз, два. Для того, чтобы заменить щетки, вам необходимо перевести их в сервисный режим. Для этого вам необходимо включить зажигание, выключить зажигание, перевести рычажок вверх и включить зажигание. Все, щетки переведены в сервисный режим. Дальше заменяете их, после просто нажимаете на кнопку, они переходят в исходное положение. В зимнее время мы рекомендуем вам перевести щетки в зимний режим, который, во-первых, не позволит им примерзать, во-вторых, там не будет скапливаться поверх щеток снег, и вам будет потом тяжело их достать. Так вот, давайте же переведем щетки в зимний режим. Для этого мы должны с вами зайти в раздел «Меню», «Настройки автомобиля», после крутить вниз до функции комфорта, заходим в настройка стеклоочистителя,
и зимние парковочные положения стеклоочистителей. Все. Теперь щетки переведены в зимний режим. Во всех комплектациях Discovery Sport оснащен датчиком давления в шинах на каждом колесе отдельно. Они определяют показатели колес, насколько они надуты, какая у них температура. И если одно из колес спущено, вам, следовательно, необходимо его подкачать. После того, как вы его подкачали, или, например, после того, как вы его заменили летнее на зимнее или зимнее на летнее, вам не нужно приезжать к официальному дилеру для адаптации этих датчиков. Они адаптируются спустя несколько километров пути. И для того, чтобы указать, давление должно быть для большой нагрузки или для маленькой, вы должны зайти в бортовой компьютер. Для этого мы заходим в раздел «Меню». Дальше выбираем пункт «Информация». Заходим в раздел «Информация о шинах». Нажимаем «ОК». «Настройка нагрузки ТПМ». Нажимаем «ОК». И выбираем, какой тип нагрузки, то есть малая нагрузка или большая нагрузка. И в зависимости от того типа, который вы выберете, он вам будет показывать, надуты ваши колеса или сдуты. Если в вашем ключе села батарейка, вам необходимо, следовательно, ее достать и заменить. Для этого вам нужно достать механический элемент ключа и с его помощью снять вот эту крышку. Да? То есть вы берете и плавно, это просто без всяких фиксаторов, тут сбоку есть здесь фиксатор и здесь два фиксатора, просто начинаете поднимать медленно крышку вверх. Тут раз, вставляете сюда потихонечку, чтобы не оставлять следов, два, все. Внутри вашего ключа батарейка CR2032H. Но что делать, если нет возможности заменить батарейку? Вам нужно прислонить ключ в специально отведенное место, которое располагается с нижней части руля. Просто прислонили, нажали на кнопку, завелись и поехали.